Следствие по делу о крушении Ту-154 Минобороны России рассматривает версию о некачественном авиационном керосине, которым самолет заправили в аэропорту Адлера, пишет «Известия» со ссылкой на осведомленный источник. Сотрудники Следственного комитета взяли пробы топлива, которым заправляли борт. Экспертиза покажет, был ли этот керосин некондиционным. Ведь только такое топливо могло привести к одновременному отказу всех двигателей. Об этом заявил заслуженный летчик-испытатель, герой России, полковник Игорь Маликов. Он также высказал предположение о том, что причиной катастрофы могла стать рассинхронизация при убирании закрылков.